Демократическая партия Молдовы поддержит инициативу Министерства юстиции, которая предусматривает реформу контролирующих органов и декриминализацию экономических нарушений. Об этом заявил вице-председатель формирования Сергей Сырбу. А честный концепт? Предложенная Минюстом концепция во многом основана на наблюдениях представителей бизнеса и инвесторов. Законодательное предложение направлено на освобождение деловой среды от давления со стороны правоохранительных органов и предоставление расширенных полномочий контролирующим органам. В настоящее время у нас есть ряд правоохранительных органов, обладающих полномочиями по расследованию экономических правонарушений. Часто на практике, если есть нарушения, например, уклонение от уплаты налогов, которое является насильственным правонарушением, проводятся обыски, изымаются документы, оборудование до прояснения ситуации, и от этого страдает экономический агент. Сергей Сырбу отметил, что лишение свободы, применяемое за совершение экономических преступлений, является слишком суровым механизмом. Агентам, по его мнению, должна быть предоставлена возможность возместить ущерб государству. И только в случае совершения повторного правонарушения следует применить наказание в виде тюремного заключения. Согласно предложенному Министерством юстиции проекту, нарушение может рассматриваться только как преступное после исчерпания средств исправления или на уровне тяжести, которая представляет неизбежный риск для общественного порядка, безопасности людей и окружающей среды. В ближайшее время законодательная инициатива будет предложена для открытых консультаций.